У меня не лежит. Это вода, наверное, ситуация складывается следующая, что в районе Стародубского льдом в результате прижимного ветра и в связи с тем, что лед приближался к берегу, сегодня в ночь с 18 на 19 апреля прибило к берегу вот 4 касаток. Сейчас данные уточняются, возможно, есть еще другие касатки, которые находятся дальше от того места, где мы находимся. В настоящее время касатки находятся на мелководье, их движение практически стеснено, и они не могут передвигаться. Вот касатка, которая находится за моей спиной, наиболее крупная, предполагается, что лежит на камнях, это мелководье. И сейчас сюда прибыли специалисты различных служб, и руководство муниципального образования, и Министерство природных ресурсов, МЧС, и рыболовецкого предприятия, и вот рассматривают вопросы, как можно помочь данным животным. Ну, какие варианты пока? Судном сюда подойти практически невозможно. Глубина маленькая, 1,5 до 1,5 метров. Очень много камней. Здесь не судоходное место. Большой лед. Поэтому сейчас вот пытаемся первое это поставить рыболовецкое судно, небольшой кунгас, на воду. И попробовать хотя бы расширить те полыньи, в которых находятся, значит, в касатке. Чтобы они могли бы хотя бы немного двигаться. Ну а дальше смотреть за ситуацией. Сегодня где-то в районе 16 часов будет прилив, возможно, немножко приподнимет и будет более свободным двигаться. Пока ситуация еще нестабильная у нас. Пока перспектив по выводу их на чистую воду с использованием какого-то крупного такого судна, нормального судна, которое может лед раздавить, пока нет. Потому что, еще раз говорю, здесь камни и очень мелководно. Вот сейчас будем с помощью спасателей, багров, расталкивать лед и пытаться освободить, сделать полыни побольше. Одна касатка находится более-менее в удовлетворительном состоянии. Вот, значит, на краю пирса там есть действительно, может развернуться. Вот наиболее крупная лежит на камнях, и две практически зажаты во льдах. Ага, то есть мы сейчас раздвинем, да, сделаем. Ну, пытаться и потом будем ждать отжимного ветра. Пытаться, да, сейчас вот еще вчера здесь было чистое море. Еще вчера чистое море, но с Охотского моря под воздействием прижимного ветра лед принесен, и вот касатки оказались вот в таком, в ловушке для себя.